Являясь надежным партнером Азербайджана, Грузия участвует во многих энергетических проектах, инициированных и реализуемых Баку, играющих одну из ключевых ролей в обеспечении энергетической безопасности Европы. Возросла транзитная роль наших стран и в осуществлении проекта Срединного коридора, пропускная мощность железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс. Здесь фактически обсуждался вопрос о продвижении Срединного коридора, развитие, так сказать, и участие Азербайджана в строительстве Анаклийского порта. Скорее всего, было как раз затронуты вопросы о региональной безопасности на Кавказе. И Грузия, естественно, и грузинское правительство выразило полную солидарность и выразило, так сказать, полную поддержку Азербайджана в деле осуществления территориальной целостности страны. И я должен сказать, что как раз наметились еще важные проекты, инициативы в деле развития совместных инициатив по сфере энергетической безопасности. Азербайджан играет немаловажную роль в инвестициях в экономику Грузии. Регулярно на уровне министерств и ведомств обсуждаются перспективы реализации новых проектов и пути налаживания сотрудничества в новых направлениях взаимодействия Баку и Тбилиси. Грузия также выступила с инициативой в качестве переговорной площадки для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном после 44-дневной Отечественной войны. Конструктивный подход Армении мог бы ускорить подписание мирного договора, который станет значительным шагом на пути установления мира на Южном Кавказе и налаживания регионального сотрудничества. На Южном Кавказе настает новая эпоха, действительно историческая эпоха, в которой, я надеюсь и на мой взгляд, наконец, во всем регионе может установиться долгосрочный мир. И это сыграет, так скажем, в пользу для всех стран региона. Ну, в первую очередь, конечно, Азербайджана. Реализуемые Азербайджаном и Грузией энергетические и транспортные проекты имеют большое значение как для развития региона Южного Кавказа, так и расширения ареала сотрудничества на всем Евразийском континенте. Основанное на дружбе и добрососедстве сотрудничество между нашими странами – это эффективная и надежная база для осуществления многих важных инфраструктурных и экономических проектов, которые будут содействовать дальнейшему улучшению благосостояния народов Азербайджана и Грузии. Кемаль Азизгазы, новости СТВ.